Отлично. Привет, друзья. Здравствуйте. А чуть-чуть ровнее вот так поставь. О, вот так, нормально. Отлично. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Олег Петров. Я нахожусь сейчас возле города Горис, Армения, горная ее часть, южная часть. Очень близко отсюда находится самая длинная канатная дорога в бывшем СССР под названием Татев. Я там буду завтра. Сейчас мы можем с вами наблюдать пещерные города, дырочки вот эти различные. Здесь жили древние монахи. Покажи, пожалуйста, налево, вот там вот. Еще левее, еще туда, 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 все покажи. Вот туда, туда, там покажи. Там, где мы были. Не, вот туда, куда я показываю. Поверни туда. Еще туда, еще чуть-чуть. Вот так, отлично. Видите, да? На меня, теперь на меня. Отлично. Итак, это пещерные монастыри, пещерные города, которые существуют уже, наверное, несколько тысяч лет. Здесь жили древние армяне, я так полагаю. Что-то подобное мы могли видеть в Турции, и что-то подобное мы могли видеть в Грузии, в районе Варзия. Покажи здесь, пожалуйста. Выше, выше так. О, отлично, отлично. Только медленно, не быстро двигай. На меня, на меня. Друзья, сегодня у нас 11 февраля, четверг. Привет Вике Горячей и Сурену. Привет друзьям, которые мне очень много помогали и помогают. И помогли. Сурен и Вика, я вас люблю. Спасибо вам большое. Привет всем тем, кто меня знает. Саше Черному.